возрастает, число мигрирующих в соседние страны увеличивается с небывалой скоростью. За январь-март 2014 года в области сложилась отрицательная тенденция миграции. Число прибывших в регион составило 766 человек, выбывших 1600. Up, no time to lay to drift away. I fill my space, I spend my time down the rabbit hole again. And as I fall, I can feel the pain. You can't tell me where to go, so I don't know. I just go with the flow. I go with the flow. Falling up, I'm falling down. From the sky and from the ground. Up and above, just like below. And I don't know where I should. Наш друг Валера, он заставил нас пережить уже все возможные стадии. Мы его придумали, мы его создали, мы его возненавидели, потом мы его полюбили, мы его сломали. Что мы только с ними сделали, чтобы он сейчас мог взлететь, как мы видим. Я отпускаю, он... Что мы хотели сказать в данной акции? Наш проект называется «Сопротивление». И наша цель, чтобы молодежь развивала нашу страну, чтобы у нас в стране было все замечательно. Поэтому одна из наших основных проблем в стране – это иммиграция. Люди покидают нашу страну просто огромными количествами, огромными. Мы не хотим, чтобы такое происходило. Мы хотим, чтобы наши талантливые люди, наша молодежь оставалась в нашей стране, чтобы она развивалась. Потому что если бы у нас были качественные врачи, точнее, они есть и сейчас, но если бы их было больше, как бы они могли бы охватить больше населения и помочь гораздо большему количеству людей, в том числе и нашему, к сожалению, покойному чемпиону Денису Тену. И таких примеров куча, не нужно далеко ходить. Каждый день умирают люди из-за того, что врачи не успевают им помочь. Очень много людей, к сожалению, попадают в неудачу из-за того, что полиция не успевает им помочь. А все потому, что у нас не хватает хороших специалистов. Мы огромная страна, у нас огромная территория. И всего лишь 17 миллионов человек, и из них единицы там являются классными, ну единицы, сотни, тысячи, может быть, являются классными специалистами. Мы не хотим, чтобы такая проблема преследовала нашу страну, поэтому я надеюсь, что люди не будут покидать Казахстан. Пусть это будет последний казахстанец, слава богу, не настоящий, который покинет нашу страну на этих прекрасных возможностях, в другие страны и так далее, и это остановится, и мы будем развивать все вместе нашу страну. Понимаешь? Да. Ну все. С Богом. Проект «Сопротивление». Дан старт. Поэтому я надеюсь, вам понравилось. Не обессудьте то, что у нас он получился очень таким страшным. Я прикреплю фотографии, как он должен был выглядеть. Просто, ну не получилось, ребят. Шарики просто не поднимают этот вес, он весил килограмма 2, сейчас он весит граммов 400, может быть. Поэтому прошу прощения, если вам не понравился его вид. Всем спасибо. Добро пожаловать в клуб перспективных ребят, которые хотят что-то делать, хотят поменять свою реальность, ни от кого не зависеть и быть самими собой. Наша цель – сделать так, чтобы наша страна жила лучше за счет развития нашей молодежи. С вами был Ануар Дасымбеков, YouTube проект «Сопротивление». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите новых видеороликов. Всем пока!